В округе прошел открытый вокальный конкурс «Золотой голос». Отборочные туры позади, жюри определило победителей. На сцену вышли лучшие из лучших. Из 69 участников 10 дошли до финала. Праздничный гала-концерт состоялся в Красковском культурном центре, который инициировал конкурс юных талантов. Это разные номинации, разные исполнители, как отдельные исполнители, так и коллективы, ансамбли. Очень много участников, мы очень этому рады, очень много талантливых. Последние штрихи перед началом, и занавес открывается. Леонида Парканского родители назвали в честь героического деда. Он прошел всю войну. Свою песню 9-летний юнармеец посвятил ему. Ее можно петь на многие праздники. 9 мая, вот такие праздники, на 23 февраля. Мой прадедушка был сапером. 8 номинаций в 4 возрастных категориях. Обладателем гран-при конкурса стала воспитанница детской музыкальной школы номер 2 городского округа Люберцы Милена Меликситян. Я очень рада, эмоции зашкаливают. Я живу музыкой, можно так сказать. Фестиваль проходит в округе с 2015 года. За 7 лет в нем приняли участие более 400 исполнителей и вокальных коллективов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.